А у нас еще одно предложение. Оль, я так рада, что у нас сегодня такой огромный выбор. Это покрывало «Волшебный вечер». Смотри, какая прелесть. Здесь у нас и цветы, здесь и полоска. Это предложение для тех женщин, которые предпочитают фиолетовую гамму. А мы знаем, что многие выбирают именно такую. Сегодня мы наводим чистоту в наших домах. Чистота, да, это понятно, что нужно все помыть, отмыть, но еще и выбросить все старое и обновить свой интерьер, чтобы, знаете, квартира заиграла особыми красками. А теперь внимание. Оля, смотри. Стоп, стоп, подожди. Смотрите, друзья. Один цвет, второй цвет. Вы думаете, вам нужно выбрать более темный или более светлый, Оля? Ну нет же, конечно. Мы предложили вам двустороннее покрывало, внимание. Смотрите, смотрите. Приготовились? Итак, аккуратно, потихоньку. Потихоньку мы открываем. Вы видите? Это двустороннее покрывало, которое вы можете использовать еще и в качестве покрывала на ваш диван. Да, посмотрите, две расцветки, два настроения, день и ночь. День и ночь, точно! А называется покрывало «Волшебный вечер». Оль, ты знаешь, мне что еще нравится? Посмотри, какое оно мягкое. Оно драпируется так хорошо. Вот помните, порой купишь покрывало, да? А оно колом стоит, его и так, и сяк, а оно жесткое. А это мягкое. Мягкое. Это микрофибра. Микрофибра. Вот скажи, пожалуйста, коли уж мы сейчас демонстрируем данное покрывало на диван. На диване, естественно, мы и кофейку попить любим, и что-нибудь раскрошить, пролить. Все бывает. Ну, понятно, что на темном фоне это будет менее заметно, но тем не менее, вот как будем стирать? Стирать будем очень просто. Стиральные машинки. Вы опускаете стиральную машинку, ставите температурный режим 30 градусов, и все. Далее вынимаете, как постиралось, развешиваете его, высыхает очень быстро. Ой, микрофибра, а внутри тонкая прослойка синтепона. А теперь посмотри внимательно. Ты видишь, какая тут стежка красивая, очень интересная стежка. Все слои с собой, между собой соединены. Причем стежка здесь фигурная. Не просто обычными ромбами, а лучиками красивыми. И, конечно, розовый цвет. Женщины любят все. Ой, я не могу, какой цветок красивый. Он так вдохновляет, он так освежает. Знаешь, мне кажется, что у меня даже запах поменялся в студии. Такое ощущение, что у нас аромат лета здесь царит. Не забывайте, что это двустороннее покрывало. Класс. Ну и, конечно, Оля, это же два в одном. Да нет же, это целых три в одном. Раз. Это цвет черный с цветами. А если мы переворачиваем, то мы получаем расцветку фиолетово-сиреневую. А вот где три? А третье, это может служить еще легким летним одеялом. Стирка простая, уход легкий, краски не тускнеют, не выгорают и не выцветают, ведь это микрофибра. Но это хорошее настроение для любой женщины, особенно для тех, у кого оно переменчивое. Да, кстати, мужчины, если вы хотите угодить своим женщинам, закажите покрывало «Волшебный вечер». Сегодня нравится, завтра не нравится, знакомо? Это покрывало всегда будет нравиться.